Что может быть вкуснее пирога с красной рыбой? Готовить его просто. Подать можно просто в качестве перекуса или же к каким-нибудь горячим напиткам. Для приготовления этого пирога можно использовать не только сухие дрожжи, но и свежие. В качестве красной рыбы подойдет горбуша, форель или семга. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте ингредиенты по списку. В большую миску влейте теплую воду, добавьте соль и сухие дрожжи, перемешайте. Добавьте муку высшего сорта. Замесите руками тесто. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Оставьте его на час в теплом месте. Нарежьте рыбу на куски, удалите косточки и шкуру. Разделите дрожжевое тесто пополам, половину выложите на противень, который застелите пергаментной бумагой. Выложите кусочки рыбы, посолите ее немного. Накройте второй частью теста, сделайте рельефные края, просто их скрепив руками, отправьте пирог в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут. Вот такой пирог получился, сытный и очень вкусный. Подписывайтесь и ставьте лайки. Теперь о составе нашего блюда. Вода 0,5 стакана, теплая, соль 1 щепотка, дрожжи 0,5 чайных ложки, сухие, мука 2-5-3 стакана, красная рыба 150-200 грамм, у меня горбуша, количество порций 3. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока!